Здравствуйте, дорогие друзья, любители видеоигр. С вами дядя Сережа по-прежнему и игрушка Alien Isolation. В прошлой серии нас поймал чужой. Мы ничего не смогли сделать, ребят, у нас ничего нету. И как прятаться от него, я тоже пока что еще не знаю. Ну и что? Придется нам заново все сейчас проходить. Так что мы зафейлили и забыли сохраниться, но ничего страшного. Давайте попробуем еще раз. Так, это сюда, сюда и сюда. Жестко у нас, конечно, съело, ребят. Я ничего не смог сделать. Так, это мы все читали. Что не подобрали, сейчас мы сейчас опять подберем. И пойдем далее. Так, что здесь у нас? Ну и обязательно сохранимся потом, в случае чего. Да, ребят, игрушка жесткая. Очень нагнетающая. Ну ничего, Рипли у нас не лыком шито. Забавно, одна одной рукой открывает это все. Ну, килограмм 45 такая хуевина точно весит, ребят. Так, сейчас заново включим мы эту консоль. И заново посмотрим этот ролик. Вот он, хуесос мелкий. Быстрее, Рипли. Такой же бак опять с книжкой. Хвостяра. Я так понял, у чужих туннельное зрение, то бишь они видят именно перед собой, и вправо-влево у них такого объектива нету. Чисто туннельное зрение. И, соответственно, очень охуительный нюх у них. Поэтому на картонах, ребят, на картонах. Не бежать. Сейчас сохранимся, ребят. Я тогда затупил. Так, попытаемся по стелсу пройти все это дело. Тех братюнь я завалил тогда еще, так что проблем с этим не будет. А если бы не завалил бы, ребят, чужой бы с ними все равно так и так расправился бы. Так, поехали дальше. Так, что у нас здесь? Дымовая шашка. Сделаем. Что еще можно сделать? СШГ. Сенсор. Так, аптечка. Аптечку можно сделать. Так, револьвер у меня 17 патронов. Ну, мне кажется, бесполезно против него. Так, идем спокойно. Так, пока что все тихо. Сейчас мы взломаем эту дверь и пройдем дальше. Давай, Рипли. Раз, два, ну и три. Так, сейчас очень тихо, ребят, очень тихо прокрадываемся. Второй раз не хочется мне запарывать все это дело. Как он? Ребята, это полный пиздец. Это фейл. Уйди. Уйди. Сука. Как он меня увидел? Как? Как? Ну вот и начали, ребят. Отлично, начало, ёпта.
Так, ладно, собрали яйца в кулак. Хотя это женщина. Так, ребят, что это? Понятно. Я его не слышу. А, твою мать, как сыкотно. Как же сыкотно. Вот где он сейчас? Я даже писнуть боюсь в его сторону. Твою ж мать. Что за баг? Это нормально вообще, нет? Быстрее, Рипли. Так, вот это и вот это. Все, заходим в лифт. Нажимай. Нажимай, молодец. Сделали это. Да, бег это последний средств, ребят, так что не бегаем. Стараемся по стелсу все проходить. Просим посетителей зарегистрироваться. Кто-то пробежал. Так, карту обновили. Так, попасть в центр связи с Сиксом. А это кто еще? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна андроиды. Помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Ну понятно все. Так, соберем шашку. Соберем аптечку. Ну и хватит. Я так понял, это стандартные андроиды. Так, понятно. Что это такое? Питание камеры. Чистка воздуха, освещение. Можно включить все, в принципе. Освещение. Чистка воздуха. Для вашего удобства мы сделали своих рабочих. Ну, что-то сделали. Что с дверями-то? Ага. Именно поэтому мы сделали так, чтобы ага. нашего андроида нельзя было принять за человека. Ага. Будьте спокойны, ваш комфорт – главный приоритет для компании. Понятно. Теперь эта дверь открылась. Давайте проверим, что у нас здесь лежит. Здесь ящик, батарейка, шприц. Больше ничего здесь нет, ребят. Поехали. Так, откройся, пожалуйста. Поехали далее.
Так, еще один ящик. Тонул, нормально. Что за дым? Да, нормально. Какое легкое задымление. Для вашего удобства мы сделали своих рабочих андроидов легко узнаваемыми. Понятно, но здесь очень много таких фантомасов. Так, мне нужно пропуск к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно! Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Ты идиот, понял? Я бы не советовал. Что-то там сказал. Где-то, наверное, существует конвейер по их производству. Они все на одно лицо. Так, здесь закрыто. Что здесь у нас? Так. Прибор слежения. Прибор, ну, наконец-то слежения. Хоть что-то дают. Похоже, самодельный. Да, прямо как в фильме. Не совсем такой, конечно, но... Так, R1. Твою мать, что ты пугаешь-то? У тебя проблема. Нет, все в порядке. Уйди, пожалуйста, уйди отсюда. Так, этанол. Шприц. Шипка. Ставим на паузе, ребят, как всегда. Так, открыл дверь, ребят, давайте пройдем дальше. Так, здесь щиток еще один, ну ладно. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Клара, от них. Так, ребят, продвигаемся дальше, пока что все тихо, чужого нету. И, честно говоря, очень не хочется с ним встречаться больше. Вот одного раза хватило, и мне уже больше не хочется, ребят. Что-то это какая-то жесть полная. Совсем не хочется играть в кошки-мышки с этим зверем ксеноморфного типа. А прибор даже пикает, когда я его не достаю. Это очень даже полезно, в случае чего. Так, хлам. Так, что это? Больше похоже на душевую какую-то кабинку. Стерилизация, понятно. Ах, ребят, продвигаемся. Сенсор. Опа, генератор звука, ребят. Новый чертеж. Очень интересно. Давайте посмотрим. При срабатывании это самодельное устройство постоянно издает звук высокой частоты, привлекающий внимание. Но это понятно, если поставить устройство на землю, оно заработает только через 4 секунды. Что весьма удобно. Это надо проверять, ребята. Так, можно ли еще сделать? Можно собрать. Так, два компонента. Ладно. Ладно, далее идем. Три чертежа уже собрали, ребят. Неплохо. Очень даже неплохо. Какая-то приманка все-таки есть. И это не может не радовать. Прибор уже есть, ребят. Так. Это дистанция в левом нижнем углу 78-76 метров. Почему она статичная, ребят? Не меняется, смотрите, метраж. А нет. Меняется все-таки. Так, это что у нас? Что у нас это? Понятно. Это то же самое. Так, нам не показано сейчас, куда идти. Ну, взаимодействие. Так, здесь что-то есть. Твою мать, сидит он, блядь. Кореглазый, сука. Вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно.
Аманда почему же? Рипли. Вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. И наверняка что? Есть обходной путь. То, что я авторизованный, это без тебя понятно. Так, ну я вижу РД, нам сюда. Так, это что-то новое. Понятно. А, ясно. А, да что ты торопишься так? Есть. Есть на попе шерсть. Далее, что у нас здесь? Так, батарейки для фонаря. Так, у меня полный комплект, ребят. Полный комплект. Так, лезем. Так, поехали. Слушай, андроида. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, вот он, я прочитали. Должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Опа. Охуеть. Понятно все, ребята. О, господи. Андроид-терминатор. Ну, мы попали, короче. И смотрите, обратите внимание, красные глаза поменялись. С обычных желтых на красные. Понятно, оттенок злости. Понятно, они его сагрили. Ладно, будем знать. Мы так не поступим, как этот чел. Так, это камень. Твою мать, как он меня здесь увидел. Ребят, ну это не серьезно. Я только вылез. Я же только вылез, мать твою. Это ты чё? Твою ж мать. Их двое, блядь, ребята. Быстрее, шлют, быстрее залезай, сука. А, это жесть. Как так-то? Я надеюсь, они сюда не полезут, ребят. Да, что же делать-то? Они там стоят, я не могу ничего сделать. Хочет помочь он. Я знаю, как ты мне сейчас помог, бля. Дурака нашел, бля. Ух, ребята, это жесть полная. Вон он там. Вон он стоит. Бегом обратно, Рипли. Не будете наказаны. Застряли, ребят. Просто застряли здесь. Интересно, я смогу их убить? Дымовая шашка. СЖГ. Невосприимчиво к вспышке, вы представляете? Да ты мудак конченый. Да вы мудаки.
хоть бы хуй, да? Хоть бы хер, ребят, хоть бы хер. И дальше пошел обратно на то же место. Вот еблан. Вот вы еблан. Конченые просто. И что, я так буду с ними играть, что ли? Да, да, три выстрела уже в голову, ему хоть бы хуй. Хоть бы хуй. Хоть бы хуй. Понятно, надо было промазать давно уже. Еще попадаю, попадаю. Я попал, бля. Я просто попал, ребята. Я просто попал. Тебе выстрелить-то надо, а? А, жесть. Один остался. А мне патронов не хватит. Как раз вся обойма. И он смотрит на меня, ты посмотри. Давайте попытаемся. А, жесть, ребята. Жесть, просто жесть. Пошел нахуй. Сука. Сука. Убей, убей, убей. Убей его, убей. Сука, гандон. Сколько же жести здесь было сейчас. Просто. Да, ребят. Пострадали мы с вами. Я все потратил. Просто все в хлам. Все 17 патронов. Включить камеру. Что здесь у нас? Клей. Дайте патроны. Патронов нет, ребят, дайте патроны. Еще один клей. Ничего нету больше. Здесь.
Да ну, не надо. Жетон. Так, здесь что у нас? Здесь у нас ничего интересного нет. Так, ну мы выключили камеру здесь, я понял. Надо вызвать лифт. Да, ребят, вот так вот начинается серия у нас эпично. Ну давай. Аптечечку. А, нет, 4 патрона. Смотрите, ребят, у нас все-таки есть. Когда я успел подобрать, я что-то не заметил. Поехали. Фух. Они меня просто сразу увидели, как только я вышел. Они как будто меня специально ждали. Вы просто посмотрите, что он творит. Пошли-ка нахуй. А что у нас внизу? Ребят, что такое? Он идет сюда? Твою мать, он идет сюда! Как так-то? Что? Так. Так, мы еще не прятались с вами, ребята. Вы чё, мрази? Кому-то здесь нужна моя помощь. Вас опять двое? Вы чё творите-то? Вот это да. Вот это жесть, ребята. Я опять не сохранился, мудак. Там была сохранялка. Просто кошмар. Какой-то кошмар. Хлам, аккумуляторы. Ох, ребята, серия вообще неудачно началась. Просто неудачная серия. Зачем они мне нужны, если они не помогают против андроидов? И взломать надо, понятно. Что-то здесь очень ценное, я так думаю. Да ж так, все. Приняли. Давай, по-тихому, Буру, по-бырому, быстрее, Рипли, читай и пошли дальше. Это Диана Верлен, капитан Торренса. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они должны забрать у вас бортовой самописец корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием! Не надо было. Что произошло? Мои люди добрались до вас? Отвечайте! Мы получили повреждения от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Понятно. Говорит Уэйтс, начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Дальняя связь не работает. Вы должны передать наш сигнал бедствия. Как слышите? Повторяю, дальняя связь не работает. Нам необходима помощь. Передайте, кому следует. Так, ребятки ушли. Внешняя связь отключена системой ОМОН. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент. Он меня увидел. Ребят, он меня опять увидел. Бегом, Рипли, беги к шкафчику. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Ох.
жесть, ребят, это жесть. По правилам компании я должен вас найти. Просто жесть. Уйди, пожалуйста, уйди. Я выясню, в чем тут дело. Еще один. Я буду ждать, сколько придется. Так не надо ждать, иди пиздуй отсюда. Мудак просто конченый. Здесь точно кто-то есть. Они просто... Он услышал. Он услышал. К своим задачам. Возвращайся давай. Дай мне сохраниться. Не, ребят, мне с ними уже сейчас не справиться. У меня всего 4 патрона. Так, он ушел, да? Ах, это напряженная игра-то. Опять идет. А, это жесть какая-то. Уйди, придурок. Я что-то понять не могу. Он меня слышит, что я говорю в микрофон? Или он по пику не определяет? Это вот датчика сраного, блин. Тише, 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 тише. Блять, один за ним прошел, второй, блядь. Ах, два петуха, блядь, ходят тут, нахуй. Ребят, дайте сохраниться, а я закончу на эту серию, я уже не могу. Так, давайте я не буду датчик включать и попробую до сохранялки добраться. Просто тише. Это жесть, это жесть. Ребята, они не дают мне ничего сделать. Как так-то? Блять, два идиота. Мы с Тамарой ходим парой, блядь, называется. Ну пиздуйте отсюда уже. Я буду вынужден доложить о Пауле. Ох, начало серии, а, ребятки? Полна болей. Ребят, может их отвлечь? Давайте звуковой генератор кинем им. Знаете, куда мы сейчас кинем звуковой генератор? Вон туда. Тихо. Как так-то? Прекратите истерику. Бежим, ребята, бежим, блядь. Сука, ему, блядь, надо было сохраниться. Куда бежать-то? Куда бежать, сука? Похуй. Бежим, не оглядываемся. Чё здесь? Прячься, сука, прячься, блядь, Рипли. Ох.
Еще один ебаный ты тунгус, блядь. Он меня увидел? Он меня не мог увидеть. Ребята, еще трое, блядь, вы что, ебанулись, что ли? Три терминатора просто здесь стоят, блядь. Сука, хороводы вводят возле этого шкафчика. Это пиздец. Что мне делать? Что они водят? Хороводы здесь, блин. Нету здесь никого. Твою мать. Это просто пиздец. Я еще не сохранился даже. Ладно, вылазим, ребята. Долго мы прятаться не можем. Ребята, если что, даем просто, даем дропака и все. Нам срочно нужна помощь. Так он сзади. Андроид. Ребята, меня тут андроид. Мать твою, прием. Куда идти? Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно куда нужна идти, помощь. Мать твою? Кто-нибудь, ответьте. Что это за хуйня? Блять, спалили контору, сука. А, сохранялка! Меня кто-нибудь слышит? Сохранялка! Прием. Нам срочно нужна помощь. А-а-а. Быстрее залази, сука, Рипли, залази, бля. О-о-о. Ху-ху, да, бля. Да, ребята. Ребят, нам надо... Они стоят! Трое опять! Я все понял, ребята. Ну вас нахуй. Фух, давайте передохнем, а? Слава богу, здесь закрыты двери. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Сука, какие же вы мудозвоны, блядь. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам ребят, мне страшно. Это просто пиздец. А, блин, как мне страшно сейчас. Представляешь ситуацию, но поставьте себя на ее место, если бы вы были здесь. Что бы вы чувствовали вообще, блядь, я охуеть, это, блядь, это пиздец. Нам срочно нужна помощь. Повторяю. Хорошо, что они не умеют лазить по вентиляции, блядь, это просто было бы ад. Да, ребят, попали мы. Севастополь, говорит Нина Тейлор, представитель компании Вейлон Пьютони. Ребята, ну мне просто нужно сохраниться, просто пробежать туда и сохраниться. Самописец Настрома является для нас объектом особой важности.
По требованиям корпоративных соглашений вы не должны пытаться получить доступ к находящейся на нем информации, а также сообщать о нем третьим лицам. Далее следует личное сообщение для мистера Уэйтса. Я хочу просто сохраниться и закончить серию. Я просто больше не могу сейчас снимать. Я хочу просто отдохнуть. Они здесь. Они здесь. По крайней мере, один. 13 метров. Твою мать. Генератор звука. Я просто просрал. Генератор звука. Просто похуй на него было, когда я его кинул. Тихо. Уходи, пожалуйста, уходи. Все правильно делаешь, уходи. Залезь, дура, блядь. Что ж ты делаешь-то? Они сейчас там будут стоять, блядь. Ну ты молодец просто. Зачем ты кинула, блядь? Ребята, я все, я кончен просто. Давайте отсидимся здесь, может они все-таки уйдут. Или у меня есть идея, подождите, ребята, здесь есть проход. Я сейчас закину сюда и быстренько убегу. Точно, гений, блядь. Я просто гений. Назад драпаем. Я надеюсь, это привлечет внимание. Ребят, какая жесть, а? Просто сохраниться, это же так просто. Нет, нахуй, они там стоят. Пожалуйста, дай сохраниться. Ах, ёпта, ох, блядь, ребята, это хел, блядь. Ох, ребята, бля! Так, ребята, давайте закругляться. С вами был дядя Сережа. Давайте, пока-пока, до следующей серии.